Здравствуйте, друзья! Рубрика «Советы от доктора Иванова». Сегодня мы поговорим о таком заболевании среди копателей, как незакапывание ямок. Как помочь при таком заболевании? Есть очень простой и надежный способ. Берете МД, вытаскиваете штангу, берете вот этим концом, смачиваете обильно слюной и медленно засовываете в задний проход, не снимая катушки. Прохлада от штанги даст вам чувство свежести, осознание того, что ямки нужно закапывать, и, скорее всего, силу земли.